Здрасте, ребята! Сегодня мы продолжаем рассказывать про матрас в Соболь. Выйдет, точнее, вторая часть этой всей эпопеи о том, как мы будем обустраивать спальные места в Соболе с помощью наших надувных изделий. Проект совместный с X-Road Media и автоцентром ГАЗ Балтийский получил свое развитие, и вот теперь мы уже получили готовую сумочку с готовыми изделиями. Сейчас мы будем их распаковывать и пытаться как-то обустроить здесь спальное место с нашими надувными матрасами. Вот, ребят, получается у нас такая большая надувная кровать. Конечно, это не идеал, это первый экспериментальный образец. Мы еще попутно, пока надували, собирали, нашли некоторые пункты, которые мы будем дорабатывать. И в серии уже для соболей пойдет удобная действительно кровать, которую можно будет собрать легко и легко на ней ночевать, видеться в хорошем подъезде. Да, вот если даже в центре я стою, то есть я до конца еще даже не закинул матрас, да и будет давление как нормально рабочее. Если в центре, где нет опоры на сиденье, и тем не менее матрас не проминается, я не проваливаюсь и вполне себе легко. При этом я устаю буквально на носочках с маленькой площадью. В общем, спереди мы тоже матрас надули. Поначалу что-то казалось, что он немножко будет коротковат. И это все будет жутко неудобно, но дверь закрыли, я увлекся, и вроде как-то, знаете, даже и уютно стало. Лежит что-то такое, как таджик, немножко, конечно, но это, во всяком случае, гораздо удобнее, чем там ночевать в каких-то полевых условиях в сиденье, затекшей спиной. Тут гораздо все серьезнее, тут подушечку положить, и все, и будет огонь, можно будет хорошо отдыхать. Наверное, на этом вторую часть закончится, будет еще третья часть, мы с ней уже полностью доработаны. Некоторые ошибки мы сейчас уже исправим. И ориентировочно в середине октября вы увидите третий выпуск, где будет презентован полностью продукт, надувная кровать, даже комплексная кровать для Соболевской.